Чувашии продолжается голосование за лучших в профессии. Народное голосование идет за лучших специалистов в разных отраслях – от сельского хозяйства до бизнеса и экономики. Голосование идет на портале «Народный контроль». Фамилии кандидатов располагаются в алфавитном порядке. Дополнительно можно ознакомиться с краткой биографией номинанта, где описываются его успехи и достижения. В 2020 году лучшие из лучших в разных профессиях будут удостоены памятной медали «Столетие образования Чувашской автономной области». Голоса принимают до 15 января 2020 года.